Тамаре Петровне. Яковлеву Умновой. Ане. Отцу. Держи в руки. И сохрани, и в нужные руки передай по наследству кому. Отцу. Поняла? Блаженная Феофилакт, и здесь 297 моих комментариев. Полностью, потом, полностью весь Новый Завет. Потом, не сразу. Повторяю еще, за 2000 лет это впервые вышел такое вот, лучшее издание. Кстати, положу тебе, трудно. Вот тут вот так. Теперь, вот этой книге кто будет хозяин? У нас есть такая книга. У вас книга. Есть. Я себе подарю. Держи. Теперь, вот этого. Дальнейшее вы подарите кому-то. Это лично самый большой мой труд был, почти 40 лет ушло на собирание. К истинному православию. Держите. Спасибо. Это второе издание. И вот это вот симфония на жития святых. У кого она будет? Чтобы ей не пропало. Посмотрите. Берешь? Не, ну все. Это мы у нас вместе. Вот не старайтесь, наоборот, разберите. И вовремя, по наследству скажите, ты живешь здесь, допустим, и говоря, если меня не будет, книги принадлежат тому-то. Все, давай я уберу, немножко скажу. Анна Филипповна, так, куда-то отдельно положи туда, ну, можно положить. Спрашивает, а бывает такое, не принимают? Бывает, это примерно 1 к 10. 9 приняли, 1 нет. Какая причина? Причин никаких нет, они не видели, они не слышали. Но есть одна причина, вот, допустим, не приняли нас в прошлом году 10 человек. 9 только по вине священников. Куда бы мы ни поехали, как будто нас ждут. Он спрашивает, и как встречает? Я говорю, встречает по-разному, а провожает одинаково. Я 240 раз должен был сломить обстановку. Я приезжаю незваный, нежданный. Кто такой заявился? У библиотекарей строгая инструкция. Не принимать книги, там, сектантские, экстремистские. Они не знают содержания. У меня с собой документы, подтверждающие, что эти книги находятся в парламентской библиотеке Ленина в Москве, центральной, номер один библиотека, историческая, в больших городах. Я должен убедить, что эти книги не вредны. Это сделать в течение 10 минут. Это 240 раз. Я должен был в прошлом году переломить обстановку. Бывает неблагоприятная обстановка, когда директора нет. А другие принимают, уже приняли. А директора звонят, тогда пока пришла, она отстала. Отстала. Бывает на целых полчаса беседы. И она понимает, она не знает из того, что сказали. Уже книги, а нам книги не нужны. Вот эта обстановка опасная. То есть она старается всех переломить и сказать, книги не нужны, забирайте. Вот теперь я работаю конкретно с ней при всех. И она умещается, все тише, тише. Ну ладно, давайте, подпишу бумагу. А бумага, перечень книг, поставить мне нужно печать и подпись. Переломить обстановку очень непросто. А когда директор там расположен, ну... А как вы нас нашли? Мы в такой дыре находимся, там вот вчера были Тирасполь, а она в Приднестровье, и там военное счастье стоит, они не знают, куда это... И там везде проверки, 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 вдруг мы вот они явились. Они там нас все приняли, как будто бы ждали. Фотографируемся, каждый жмется, а уже на пороге стоим, уже на улице, еще, а можно я вас поцелую? Понимаете, это надо видеть все это. Теперь священник, один епископ мне жалуется, вот мы дали книги. В библиотеку дали, там, к примеру говорю, к примеру, благословение батюшки Иона. Ну хороший же батюшка-то был-то. Вот, там Матрона, другие, Игнатия Брянчанинова, 7 томиков вышли. Игнатия Брянчанинова. Проходит год, библиотека все книги возвращает, ни один человек не читал. Это никому не надо. Он говорит, как так, год прошел, но, говорит, они полки занимают у нас же, не безразлично. А книги Игнатия Лапкина воруют. Воруют, это означает... Он не может достать нигде книгу, и он ее... А потом узнают ему штраф там в 5 раз дороже книги. Он говорит, я заплачу, лишь бы книга у меня такая была. И тогда разве это справедливо? Феофана Затворника не хотят, и она Кронштадтского не хотят, и Игнатия Лапкина берут. Это какая разница? А в том, что я взял все от Феофана Затворника, и от Анны Кронштадтской. Все это на сегодняшний день, это называется экстраполяция событий, перенос. Конкретно на сегодняшний день и конкретно к считающему. Вот ты будешь считать мои эти... комментарии вот здесь в Новом Завете, они оживляют Новый Завет и толкование, ну, абсолютно. Вот у них патриархии издали Блаженный Феофилакт до Откровения. И они стоят, когда здесь начинают считать, вот, я сейчас покажу где, то здесь совсем по-другому. Смотри, допустим, Блаженный Феофилакт говорит о необходимости проповеди. Я эти места выделяю, я сам делал здесь верстку,
Вот это. Божиться после Христа и сделал хуже, уже худое. Это Иоанн Златоуст говорит. Вот о благовестии. Сейчас несколько мест покажу. Что я делаю? Да. Божественное учение подобно еще закваске. Это Фефилак говорит. Вот дальше И.Л. Игнатий Лапкин. Это другим шрифтом. Так. Еще здесь говорит, царствие Божие есть учение и проповедь. Феофилак говорит, блаженный. Это он сказал 900 лет назад. Я теперь, царствие Божие есть учение и проповедь. А дальше вставляю здесь Иоанна Кронштадтского, Игнатия Брещанинова. И на сегодняшний день. И опять, царствие Божие есть учение и проповедь. Я вдавливаю буквально большими буквами, в виде жирно. И снова, царствие Божие учение и проповедь. Говорю опять, царствие Божие священие проповедь. И заметь, сколько раз. И дальше отчеркивается, вот где все закончилось. Теперь опять блаженный Феофилак. И он говорит, пророки не свое учение предлагали-то, но возвещали Слово Божие. В церкви нет Слова Божия. Я теперь это, вот эти слова беру и выделяю, чтобы легко было их видеть. Главное, комментарий относительно важности изучения Слова Божия и проповеди. И когда священники смотрят, так а там такого блаженного Феофилакта нету. Я говорю, почему нет? Смотрят, правда есть, а как же я не видел? А как видел, то когда одним шрифтом идет, и ты не проповедуешь. А я ему прямо по глазам, а ему прям по лбу, а я ему прям по носу. И он когда считает и видит, в самом деле надо проповедовать, а как же мы не проповедуем, а почему? Другие смотрят, а эти комментарии мне не нужны. Я говорю, не нужны, убирай. Но слово-то осталось, то блаженно Феофилак, то. Ну, Феофилак это же не святая Библия. Я открываю тогда из Библии, показываю. Это священники уже начинают это говорить. Если они не принимают, которые люди, это там, где священник влез в библиотеку, и он, его прихожанка там, она не библиотекарь, а бывает библиотекарь. И мы с ним сотрудничаем с батюшкой. И батюшка теперь должен проверить, прежде чем принять книги в библиотеке, хорошие они или нехорошие, православные. А их никто не ставил там цензорами. Это противозаконно, против Конституции. Попы все будут порублены за это. Они в воинские части лезут сейчас в школы, АПК везде. Их никто не ставил. Они опротивили всему народу. Их снова с колоколен из головы будет сбрасывать. И они не понимают этого, работать нет. Вот мы ходили в тюрьму. Мы идем туда... раз в неделю. Я иду по камерам, заносим материал, Евангелие туда. Никого нету. Я работаю 17 лет. Запрещенные ждут. Я выступаю у них по рации. В каждой камере говорит приемник. Нет приемников, а 56 приемников им достал туда. 56, это не 56 калачей. Но вот появился там священник. Мгновенно нас отрезает. А почему? Потому что с ними сотрудничают. Мы приходим, а власти эти говорят. А потом собираются сотрудники этого учреждения СИЗО тюрьмы. Я с ними каждый месяц провожу занятия. Он все отрезал сразу. Но сам он не будет ничего делать. Он не будет. Он враг, он антихрист. Антихрист в рясе. Я это все патриарху написал. Мы Евангелие раздаем. Они собирают их и рвут, и сжигают в церковной ограде. Евангелие. Это вообразить даже нельзя. Они ненавистники Слова Божия. И вот если он, священник, над прихожанкой имеет власть, она намертво стоит. Надо батюшке отцу Борису позвонить. Ну, звоните. А какое она имеет отношение? Да у вас тут всякая бяка. Там и Рерихи, там и Блаватские, там и Кашпировские. Ну, библиотека. Где? Мирская библиотека. А в мирской? В мирской библиотеке. Но он гоняется не за баптистской литературой, не за гавистской, только за нашей. Она, батюшка, ну отца Бориса нет 2 дня, вы пока в церковь тут походите. Мы в день нужно 5 мест объехать, я буду сидеть здесь ждать тебя. Приехал за 5000 километров ждать отца Бориса. Который, он в глаза не видал книгу. Да чтобы одну книгу вот такую вот взять и прочитать, ему потребуется 10 лет. А он должен за 10 минут 38 книг прочитать, посмотреть. Какой же это цензор-то? Они опупелые совершенно. И она намертво стоит. Нет, я не могу. Почему? Он сказал, ничто не принимать. Принимать будешь, отлучу от причастия. А не причастием играют. Ни один подлец, ни один варвар в мире это не делает, что попы делают сегодня. И лгут они, абсолютно не заботясь о жизни вечной. А Игнатий был, по городу продавал Евангелие, это сказать, книги свои. Нет, то нигде никогда не было, во-первых. А во-вторых, вот призывают они к тому-то, лжет.
Этого нету. Он не может доказать, но он скрылся. А это подобно Богородичному центру, там Виссариону, ну то есть слуги Антихриста. И это все за подписью митрополита все выставляют в интернет. Все вместе, коммунисты, фашисты, такого зла не делают, как попы сегодня. И поэтому вначале я хотел дарить епископам, отрезали. Я стал дарить священникам. Они стали такие пакости делать, я отошел от них, только мирские библиотеки. Они сейчас вынюхивают везде, но есть места недоступные для них, как государственные национальные библиотеки, они ничего не могут сделать. Им туда ходу нет. Но если даже мелкая библиотека, он пришел, а у вас говорят, тут Игнатий был в библиотеке, книги есть, да, есть. А нельзя ли взять епархию? Нельзя. А зачем? Они библиотеки, ему надо вырвать. Они говорят, эти книги больше потребуются там, у нас семинаристы, тот лжет. И теперь наши узнали, и наш там живущий человек к ним пришел, книг нету где, в епархии. А зачем же вы отдали? Это вы же подписали бумагу, что книги у вас будут. Идут туда, скажите, книги Игнатия Лапкина у вас есть? Да. Ну так они для чего взяты? Чтобы читать. Я хочу читать. Ну сейчас мы узнаем, пошли. Ну они где-то тут есть, то есть мухлюют, крутят и лгут. По телефону библиотекарь говорит, ну книги эти экстремистские, это значит зловредный враг народа. И там людей на зло настраивают. Ну тогда звонит директору, Михаил его звать. Скажите, вы книги Лапкина держите, да? Эти книги экстремистские? Да нет. А как же библиотекарь говорит? То есть они не договорились. И книги эти, людей стараются стравливать, то другое. Да нет, и книги. Так она сейчас мне сказала, а он все это на телефон записывает. Это мы все в интернет выставили. Это всю подлянку делают попы. Я веду занятия в университете. Университет, 21 тысяча студентов, могут заходить любой. 17 лет. И в это время из епархии приносят бумагу, приходят, чтобы меня оттуда выкинули. А сами туда не идут. Но руководство не пошло на это. Сразу пришли, объявили, сказали, что они делают. Я веду занятия в летном высшем училище, будущие авиаторы, которые... Веду много лет уже. В это время заявляется священник, они с властями установили специальный священник по силовым структурам, и теперь он будет курировать их. Меня вызывает на генерала. Так, Игнатий Тихонович, тут решение принято, что они у вас будут вести они занятия, ну а вам уж придется отойти пока. Я говорю, они не будут вести занятия. Нет. У них главное у попов это корысть и трусость. Корысть и трусость. Они не будут вести занятия. Ну, я ушел, ну, отказали. 470 курсантов. В это время проходит там неделя-две, мне звонят. Так, приходите вести занятия. Они не стали вести занятия. Они первый вопрос задали, а сколько нам будете платить за уроки? Они говорят, а Лапкин 8 лет ведет. Ну, это Лапкин, он еще попало делает. А мы не можем так, у нас только за деньги. Все, умылись. Они ничего не хотят делать. Это я на ваш вопрос отвечаю. Везде хорошо, где нет священников. Если есть там храм, мы его стороной обходим. Почему? На Моисеевом седалище сели книжники фарисеи. И что? И сами не входят, и хотящих не допускают. Мои книги берут в епархии, исследуют, там назначены специальные цензоры, проходит год, второй, третий, 12 лет. Ну вызывайте меня, вызывайте в синод перед патриархом. Но и 12 лет это не 2 дня. Ну и укажите, страница, книга, ни разу, ни одной строчки. А что, клевета? А кто клеветник? Дьявол, лжец и клеветник, мы это знаем. Евангелие от Иоанна 8:44. Вот где не принимают. А вот эти, которые пришли там, прихожане уже обращенные. Батюшка пришел, отец Вячеслав, нам бы книги Игнатия Лапкина. А зачем? Они в библиотеку. А мы хотели. Батюшка, записывайтесь, берите и считайте здесь. Извините, он сразу смылился, его нету. У него нет никаких прав там, ни библиотеки. Это мирская организация, а церковь отделена от государства, и они лгут. И чуть что, если прихожанка отлучу от причастия. Вот я одному священнику подарил вот такие книги, или даже, может быть, приобрел. Скажите, пожалуйста, через книги куда вы зовете людей? В Московскую патриархию храма. Ну, а если там вы против священства пишете? Значит, идти ехать к епископу, открывать храм. Во всех храмах. Где мы бываем, везде одинаково. Везде. Люди, чтобы обратились ко Христу и приходили в храмы Московской Патриархии. У нас других храмов там нету. Никуда никого ни разу не звали. Сегодня люди понимают, это безумие. Ты вызовите в храмы. Да храмы пустые. 1000 человек в селе, и только 6 человек в воскресный день приходит.
прошли все село, и только два Евангелия нашли. Мы 450 новых заветов сразу людям отдали. А попы уходят, и там все засняли. У Игнатия их, что только уезжайте отсюда, уходите. Вот как бесноватый, когда исцелен был, свиньи бросились в море. И жители города вышли и убеждали, только уходи отсюда. Вот такая ситуация. Это все заснято, все засняли, мы епископу представили. Мы должны встречаться. А какая тема беседы? Тема «Жить не по лжи» и «Благовестие». Они решительно отказываются. Они не хотят жить это. А какое у них благовестие? Они экспедицию назначают, копают землю, находят фундамент, где раньше была церковь города Алтай. Кому эти нужны фундаменты? О, тут храм был. Вот 70 лет разрушен, там ангел стоял 70 лет и охранял. Понимаешь, это дурдом. А ангел стоял бы и фундамент ваш охранял. Да откуда вы это взяли-то? Ангела пошли, на путях тебя сохранят. Вот где он с нами, ангел, а он у фундамента не будет стоять. Мы на краю пропасти, лопнула шина, мы несколько раз при смерти были, горы такие, тоннели проходим. Ангел несет на крыльях. Куда мы зовем их? Вот приходят люди, допустим, в Дом культуры. Мы перед ними выступаем, кто пришел, Новый Завет раздаем, а храма там нету. Прекрасная обстановка. Теперь собирайтесь вместе, поезжайте к нашему епископу и просите хотя бы пока часовню, а пока ходите в соседнее село, в храмы зовем. А почему они тогда попы воюют? Безумие, безумию нет предела. Ну подождите, вот в храмах у нас, вот у нас здесь рядом храм, где да. Мы сейчас идем. Там проповедь постоянно, там постоянно службы прекрасные идут. Там все понятно через пение, через богослужение, через проповедь, все понятно. Чего же новый храм открывать, когда вот рядом у нас храм? Я говорю, куда мы идут? Едем по селам, где нет, ты не расслышала, по селам, где в окрестности, допустим, 40-50 километров ни одного храма нет. Здесь мы не проповедуем, мы только здесь работаем в библиотеке. А что, храм, священник проповедует, нам зачем тут делать нечего? Нам там, где нет, мы сеем не на чужом основании, Павел говорил. Мы сеем там, где никто не сеял. Вообще ничего люди не знают. Приезжаем, а там адвентисты, иеговисты, мормоны, и кого только нету. Да почему вас долго не было, православных? Да где вы были? Мы в городе идем по домам. По домам, по квартирам. И раздаем Евангелие. И призываем людей в храмы. Вот представьте, мы нажали кнопку, и видно, там гуляет, гулянка идет. Кто такие? Мы православные. Ну и что? Мы хотим, чтобы вот люди Евангелие имели. Мы в храм ходим. Пошел ты со своим Евангелием и матерком. Я говорю, как же, патриарх Алексей, да пошел ты со своим патриархом. Мы ходим к батюшке, мы причащаемся. Вот хоть воин причащает, еще слепая, не видишь народ-то какой, они ничего не знают. Они не, люди, которые приходят, пение понятно, как раз пение меньше всего понятно. Люди не знают Христа. Но там, где ругаются, те не причащаются. Зачем они причащаются, она исповедуется, она отца называет. Так зачем вы говорите? Так. Ну не ругаются матом, которые те не идут, те не причащаются. Так, теперь обожди. Я вас не опровергаю. Почему вы меня опровергаете? Ну, вы их знаете, я... которые не ругаются. Я знаю тех, которые ругаются. Вы по городу не ходите. Мы тысячи квартир обходим. Кто лучше знает? Но мы же видим, на причастие идут люди со страхом Божьим. Вы верите людей, понимаете? Которые стоят со страхом Божьим. А я вижу, да. Когда они вышли оттуда. Это совершенно разные люди. Абсолютно разные. Они не знают Бога. И которые приходят, причащаются. Зачем? И цыгане, и кто только не идут. Приходят, причащаются. Я разговариваю, ты болеешь, Тамара? Болею. Тоже Тамара. А что болеешь? Да не знаю, болею. Послушай, а ты на исходе была? Да вчера была. А ты Кашпировского смотрела? Да. Лечилась пара по телевидению? Да. Чумак говорил, ты заряжала воду? Заряжала, пила. Но батюшке говорил, да батюшка сам это делал. Покаяния-то нету. Да какой батюшка это делал? Ну что вы говорите? Я, подожди, опять же. Ну, я не спорю, я вам возвестил, вы не приняли. Я каждому вашему слову поверил. Вы моему ни одному не верите. Нет, мы не на равных. Батюшки, и мы видим ни одного. Вы батюшку того не знаете. Вы говорите о своих, я говорю о том, что у нас в Барнауле. Я говорю конкретный пример, и вы меня сразу обвиняете во лжи. На каком основании? Она стоит, скрючилась больная, и я ей рассказываю. Нет, этого не может быть. Зачем так говоришь? Ну, я вам повода не давал, так сказать. Потому что все батюшки ведут борьбу против Кашпировского. Все батюшки. Да лечились сколько у них. Ну кто лечился? Батюшки лечились. Хорошо. Лечили. Вы Жданова слышали? Ну, слышали. Кто он такой? Жданов? Жданов. Ну, профессор борется против алкоголя. Да. Оккультными науками занимается, знаешь? Оккультными? Да. Ну, не знаю. Не знаешь. Дальше. Патриархия вызывает специально.
по приглашению патриарха, чтобы проводить отдельное занятие со спившимися священниками. И в зале 700 человек сидит. Вы этого не знаете? А я с ним лично знакомый, ему книги подарил. Запились, не знаем, что делать с батюшками. У нас каждый пятый... Это другое дело. Это не другое, это то же самое. Чему он может научить? Батюшки учат. Чему он может научить? Вот познакомились как раз с Украиной один. Юноша молодой. У нас прекрасные отношения. Кажется, через Сашу Домалевского мы познакомились. Он все считает. Тогда еще к истинному православию отдельными листиками у меня выходило. Его вызывают в армию. Он к батюшке идет. Отец Арсений, вот, ну, надо служить, идти. Да в Чечню посылает воевать. Ну, раз посылает, убивает, что делаешь-то? Он возвращается оттуда. И батюшка узнает, что у нас с ним знакомство. Он категорически, чтобы с Игнатием ни переписки, ничего не было. Батюшка, да я там обратился. Я сказал. Иначе ты вылетишь отсюда. Он перестал. Спился. Заходит во дворы, поднимает руки, на колени падает. Дай тебе похмелиться. И в колодце так утонул. А нету его батюшки, вы не знаете. А мне вот здесь вот это лежит. Это не один, не два. Если Жданова специально, Владимира Георгиевича, президента там международной борьбы с алкоголизмом, призывает патриарх вести занятия со спившимися священниками, это уже беда, огромная беда. А что, он оккультист, да? Оккультист? А вы почитайте его труды. Я не знаю. У меня в интернете все выставлено. Ну так я хочу знать. Это просто не мои исследования. Нет, так я верю вам. Я говорю об исследованиях, которые провели священники и епископы. Так он оккультист, да, Жданов? Я не утверждаю, я говорю, что это в интернете и это говорят священники. Я выставил материал на своей странице. Я с ним говорил. Говорил. Он начинает придумывать, что попало. Он против вина. Причастие. Это причастие, это нет. Его там специально разогревают до кипения. Это чтобы воспарились пары, там не было алкоголя. Он что попало бредет. Я говорю, откуда вы взяли? Ну а как же, вливает теплоту. Да это что, кипяток какой или что? Кипятят перед тем, как причастить, чтобы там алкоголь. Ну то есть он в этом деле вообще плывет. Ладно, вы здоровые, общество такое, то другое. А дальше что? Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Он ко Христу-то не ведет, а Христе речи вообще нигде нету. Ну да. За здоровый образ жизни. А дальше он вкрапляет все, что хочет. Теперь какое кедровое масло, где как помазание. Дальше он привязывает человека как аса. Болен ногами, говорит, ты взыскал врачей, а не Господа. Ну читаю же, Писание говорит. Так врачи нужны? Нужны. Но молиться надо, иной раз в их руках бывает успех, Сирахов говорит. Я говорю то, что достоверно знаю. Вот мы в деревне идем, люди принимают, все. И вот в одном месте вышел здоровый такой дядька. Ляж, иди. Ляж. Идем в жизнь вот там. Так, все, она знает, она себя определит, куда надо ей. Вот. И сразу против. А кто вас благословил? Я показываю. Благословенная у меня грамота от митрополита. Рядом девочка стоит. Мы дальше идем, женщина. А женщина говорит, а вы были в этом доме? Я говорю, были. Я говорю, интересно, везде принимают, а тут вышел прям, как будто враги какие-то. Так это батюшка, он запрещенный, он за это делает. Но он поп, он при должности, он сейчас не работает, его запретил архиерей, он спился, но он на страже стоит того, что он научен. Ему ни Евангелие, ничего не надо. Одно, кто разрешил? Да кто тебя разрешает, я спрашиваю, проповедовать. Христос разрешил, он не знает. Он говорит, идите по всему миру. Какое разрешение? А вы Евангелие раздаете. А кто разрешил Евангелие считать? Да Евангелие, какое разрешение? А вы благословение получили, но это не сумасшедшие. Это я к нему должен теперь прийти, батюшка, разрешите мне Евангелие посчитать. А где Дух Божий? Они совершенно не знают жизни во Христе. Это абсолютное большинство. Притом абсолютное. Вот представьте, Евангелие вот эти вот, вот, трехтомник. Мы не знаем, как священникам передать. Они друг друга боятся. Наконец, епархиальное собрание, и мы туда выстроили с разных сторон машины, и когда выходили, в пакет заложенный, и мы им подали. 125 священников получили вот эти пакеты. И похваляются некоторые. Один вышел, братья, сестры, на улице-то холодно. Да, батюшка, холодно. А вот у нас тепло, тепло. А знаете почему? Игнатий подарил Евангелие, я их сжег сегодня, поэтому у нас тепло. А делая грех, стыдятся ли они? Нет, у них бесстыжие лица, Писание говорит. Они антихристы. Ну как многие это Евангелие сжигает? Ну сжигает. Как батюшки будут сжигает, сжигать? Батюшка. Ну как? Так, так я слышала. Никогда не привыкай спорить. Я говорю то, что
есть и то, что он открыто заявляет. А Евангелие чьего издания? Гедеоны? Да синодальное издание. Какое же издание-то? Ты спрашивай, какой перевод? Я напечатал. Я напечатал синодальное. Что, оно не действительно стало? Они не печатают. Я издал 200 тысяч экземпляров. И раздаю, и что? Ксерокопия одинаково. Оттуда, ну, буква к букве. И что, неладно? А кто благословил? Да не надо благословения никаких. Благословение Бог дал. Идите по всему миру. Я рассказываю, на ваши вопросы отвечаю. Кто против? Попы, больше никто. Никто и кого они натравили. Это хула. И вот это нам нужно сломить и течение повернуть вспять. И люди, которые знают, как мы трудимся в евангельском духе, вот как Тамара говорит, услышала, приехали, сказали, в Барнауле православные проповедуют. Она услышала, это ее удивило. Она молилась, еще не зная моего имени. Сегодня та же самая обстановка. Люди, которые знают, а теперь я через интернет имею общение с сотнями тысяч, с миллионами людей. И все удивляются, вы все это знаете, в православии, в мертвом находитесь, трупопоклонники там с мощами. Как вы это можете делать? Мне со всех сторон меня долбят. Ну и действительно так. Если бы было священство рукоположенного баптистов, я бы дня ни одного здесь не был. Но я знаю, там не церковь, я тружусь здесь. Сколько есть священников, которые стали священниками в моем доме. И все они в патриархии. Они ничто во внимание не берут. А почему? Исидор Пелусиот, такой святой был, он говорит, предвзятость, ну заранее настроенный против, не дает здравого мышления. Согласна? Ну да. А злоба вообще отнимает разум. И они злобятся. И вот вызывает, не вызывает, а у нас встречи начались в епархии, и все это в интернете выставлено, заснято. И беседую сначала у нас, я ни слова не произношу. Они говорят, договорились поровну, чтобы было их 4 священника, ну все как надо идет. Но, вот наконец, отец Аким говорит, сейчас тема благовестия, я-то не благовестие, вот брат у меня, он имеет опыт, пускай он скажет. Так, я не пойму, что на него внимание-то смотришь. Я смотрю не на нее, а на часы хочу. Так идти надо? Время? Часы. Кушать надо. Давайте за стол тогда. Если такое дело. Давайте. Мы пойдем... Прекрати такие слова говорить. У меня письма подшиты от нее. Мелким бисерным почерком. Написано, она любит Бога. Она любит Бога. А ее не допустили. А Иоанн Златоуст говорит, если одна душа погибнет по твоей небрежности... О, священник, тебе не хватит всей жизни рассчитаться за нее. Ибо за нее умер Христос. И Павел говорит об этом. Не буду есть мясо и вина вовек, чтобы не соблазнить кого. А кого соблазнять? Священника пьяного поднимают в одно место, ведут, в газеты печатают. Священник пьяный задавил на машине 2 человек. Это все в газетах. В газетах. Теперь приезжаем в Молдавию. В Молдавии они перекрашивают машины, останавливают и грабят людей. И во главе мафиозной группы стоит священник. И все это в газетах, все напечатано, теперь уже на скамье подсудимых. Как это? Как могло дойти до этого? А могло быть не так? Конечно, могло. Если бы любили Господа, мысли не было бы. Я беру уже такие срочные... Ну такие... вы же берете такие острые моменты, какие-то исключительные. Да, они это острые. Не характерно. Не острые. Это же не характерно, чтобы священники не характерно. Было теперь расскажу, что характерно. Во главе мафиози. Вот все-таки то, что ходят люди в храм, и люди не знают ничего. Вот это характерно. Это характерно. Вот выступает патриарх Кирилл. Я на патриарха Кирилла ответ даю. Привезли, патриарх Кирилл говорит, привезли поезд Пресвятой Богородицы. Так, тут было сколько? 1,5 места? 3,5 миллиона пришло. Это свидетельство глубокой веры православных. Я не поверил даже. Неужели патриарх? Это говорит о глубоком неверии. В первую очередь, никто не знает, что это поезд Богородицы. Ни 1% нет уверенности. А во-вторых, стояли по 18 часов. Зачем стояли? Так когда Евангелие есть, считайте. Ну, поезд Богородицы. Богородица поведал, чтобы ее поезд теперь стоял, выставляли и стояли там в очередях, давили друг друга. Это язычество. Самое настоящее. И вот мощи привозят, распиливают, показывают отпиленные ноги, вот так вот, у мертвого. И теперь митрополит стоит их, обмывает, и рядом епископы стоят. Это не... Сектанты весь эфир наполнили, трупопоклонники. Я ничего не могу ответить. Писание говорит определенно, прах ты и в прах возвратишься. Все, на все времена. И умер Стефан, и благоговейные люди похоронили его уже в Новом Завете. И вот везде отпилить надо, а у меня дома много мощей. Язычество. А вот когда воевали дикари, он того убил,
А знаете, что тот храбрый воин, у него сердце разрезал саду, вынул и съел. Его храбрость перешла в меня. Это православие сегодняшнее. Мощь в мощах. Вот мы ездили, а были, а мы поклонились. Ну дальше это что, Евангелия-то не было, о чем мы рассуждали? А вот дорога ехали, я говорю, апостолы постились. Но батюшка сказал, что паломники не постятся. Паломники не постятся? А почему? Да это в Коране написано у мусульман. Все перетащили на свой живот. У мусульман написано это. Я ему сказал, сура 5, 20 аят. Я специально, у меня том, я весь Коран разбираю по сурам и аятам в сравнении с Библией. То есть этого материала и за 1300 лет, что сказали мусульмане, и о них все помещено. Евреи, у меня про евреев три тома. Что за 3600 лет было сказано, и Талмуд, 12 томов разбираю в сравнении с Библией. Таких материалов вообще нигде нет. Отдельный том у меня, это беседа моя с Александром Менем. Их нигде нет, почему мы в частном доме с ним беседуем. На магнитофон записано, а теперь перепечатано. А как вы относитесь к Александру Меню? Мученик. А когда мы беседуем, вот теперь мои, которые беседы на аудио, пропустили по радио. И люди, нет, да как вы можете спорить с батюшкой? Я могу. Я могу, я один только могу, а вы не можете. Почему? Я с живым разговариваю. А вы мертвого поносите. Я живому это говорю и предлагаю сжечь его книги, где ересь у него, там написано. Я ему предлагаю. И мы разговариваем на равных. Сегодня к этим материалам обращаются люди. Я у него исповедовался, причащался. Но есть моменты, вот он верил, что человек путем эволюционного развития возник и прочее. Но это ересь. Это, мы этого не можем принимать никак. Далее он различия не делал. Там баптисты, пускай каждый... Как баптисты? У них нет... Ну, это Бог рассудит. Я вопросы самые такие задавал ему, которые трогали. Он, все он считал, что когда проходили... Через Черное море, вот из Египта выходили евреи, что там вот когда расступилась вода, что это силы природы были, что это не было чудо. Да. Ну и такое подобное. И что в пещи, которые были, я говорю, батюшка, это реально было. Ну тут надо понимать, он очень умный энциклопедист был. Но на этих вопросах, а я вам подписывался, Феликс Светов, было у него... Александр Мень, по тремя именами у него выходили книги за рубежом. И из этих книг я ему материалы представил. Тут же сидела моя сестра, я говорю, ваши книги читаю, у меня зять ушел совсем от веры. Да что вы, как? Да так, вы доказали ему? Доказали из ваших книг. Я этого не хотел, ну, как не хотел? Вы прямо говорите, что человек, творение, это не разовый акт. И спасение возможно везде, и баптисты, и адвентисты, и прочее. Церковь так не учит. Церковь признает ересь. А что такое ересь? Ну, это тоже надо. То есть, я понимаю, священники сегодня сейчас в семинарии, академии. А для чего? Чтобы уметь защитить любое беззаконие, оправдать. Больше ни для чего. Защитить любое беззаконие в церкви. Вот так, икона большая. Выходит Лазарь из могилы, и руки раскинул, приветствует. Я говорю, где вы видели? Написано, вышел связанный. Христос говорит, развяжите его. А он руки раскинул. Да, священник, а что там написано? Да, конечно, написано. Христос с самарянкой беседует, колодец, и рядом краник, из краника вода течет. Написано, колодец глубокий. Ну, откуда краник-то? Прихожу завтра, священник, все это замазали. Они не знают Писания совершенно. Ну, какой краник-то? Его не было кранов тогда еще. Осовременил. Это не где-то, в Покровском соборе, у нас в Барнауле. Я рассказываю не то, что понаслышке, а я это все видел. Я священнику показываю вот это, как Лазарь выходит, и там воскресенье, и там все это перепутано с вознесением. Я говорю, что вы делаете? Он говорит, тут ведро краски не хватает заново замазать, тут пьяные у меня художники были, нарисовали, все попало. Идем. Беда ужасная. И мы это видим и стараемся поставить на истинный евангельский путь. Идем. Так, за стол. За стол.